сейчас у нас предстоит прогулка на яхте. На 100 мест. Яхты видите? Яхта только для миллионеров. Только поэтому... для миллионеров, да. Едем в экзотические места, смотреть архитектуру и морское дно. Да, пойдемте. Так, вот тут еще стоят яхты других миллионеров. Мы идем на нашу, которая называется Калпан. Калпан. Это вот. Скажите что-нибудь русским. Ой, что скажу? Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Да, вы когда в России когда-нибудь были? Нет, не были. Приглашаем. Приглашаем. У нас сейчас минус 25, снег. Я знаю, я Украина был. А, да. Но мы на севере же. У нас белое. У нас белое море. Белое море? Да. А, отлично. Так, это наша яхта. Сюда, да? Мы выбираем место. У нас все пошли на мостик. Дорогие гости, вторая группа тоже с историей присоединилась к нам, поэтому сразу отплывает. Для моих гостей хочу представить свою коллегу Бакар, ее имя переводится Весна. Я хочу представиться для ее гостей, меня зовут не Бакар. Если перевести мое имя, переводится близкое сердце. Так, дорогие гости, яхта у нас удобная, большая, она рассчитана на 150 человек. Когда она в движении, если желаете, можете подняться на второй этаж. У нас, конечно, нет сидений, но еще фотографии можно сделать. А каким образом осуществить это? Впереди справа замечаете ступени, которые ведут наверх. Посмотрите, слабо. Пойдем наверх. Когда спускаетесь по ступенькам, справа и слева туалеты. Два туалета, две раздевалки на этой яхте. Водой он возле трапа, но он вам понадобится потом, после того, как вы купаетесь в море. Спасибо. Кстати, видео идет? Да. На. Замечаете наши скалы. Ну иди туда, иди. Стеклянные точки. Эта яхта будет медленнее, не останавливается. Все это хорошо видно на море. Хотя яхта в движении. Смотрите, через заточек все туалеты, ничего не видно, дорогие гости. Так, ну что ж, мы начинаем свое путешествие, мы скоро выйдем в открытое море. Горы. Воду я люблю, смотрите, какая голубая вода. Настоящее голубое море. Тонькое. А это... Да, вот яхта еще одна маленькая. А вот местные рыбаки. Да, там, 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 да,